Ну, как я уже говорил, что история, она идет по кругу, всегда повторяется. И один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. И сейчас вот идет новый цветок, когда вот эта национальная идея, это самое легкое, что можно как бы политикам объяснять какие-то беды, там, неудачи, всегда вот за счет того, что это виноваты какие-то определенные национальные, там, скажем, меньшинства или какие-то определенные национальности. И ничего нового в этом не придумано, и эта идея, она будет так вот по кругу, будет постоянно как бы ходить, то есть то будет угасать, то будет подниматься. И вот сейчас идет такой некий такой, как движение маятника, некий виток такой вот подъема национализма. Я думаю, потом будет снова опять спад. Но эта идея, она никогда никуда не будет деваться. Это было всегда, и это будет всегда, я думаю. И совсем это искоренить и победить, это будет очень, очень сложно.